Всем привет, с вами Александр. Продолжим фармить опыт и денежку. Мы на локации Остров Голубых Крабов. Так, что у нас тут? Лавраг, снук. Что тут? Так. Угу. Южная камба. Мы ловим с другой стороны. В прошлый раз мы ловили здесь по стандарту. Тягали снуков, тарпонов, горбылей красных, темных. Теперь мы ловим с другой стороны. Посмотрим, что у нас получится. Так. Посмотрим, что мы наловим. Так, что это у нас? Снова сомик? Угу. Так, что-то мы зацепили маленькое. Это на что? Горбыль красненький. Thank you.
Так. Лавраг. Так, что тут у нас? Что-то совсем маленькое. Соломик. Так, а средние блесна я повылаживал, да? Давай попробуем. Трофейная камбала. Попробуем, может, сейчас уникально еще зайдет. Так, а что это у нас тут такое пухленькое село? Нет, отматывает. Вернись, вернись ко мне.
Эй, ну ты куда? Вернись. Так, уникальный темный горбыль, да? Так, что у нас тут? У нас тут темный горбыль, да? Что у нас там по погоде? В принципе, можно будет на 3 ночи перекрутить и половить. Так, что у нас тут, а? Камбала? А не. Лавраг, да, тоже? Так. Куски рыбы, маленькие креветки, мексиканская креветка. Мясо морской мидии, да, можно попробовать. Так. А лавраг на что у нас идет? Ага, можно попробовать. Мелкая кефаль, краб, чешуйчатая сорти. Сардина, да. Так.
Так, и что у нас тут? Темный горбыль. Так, есть ли у нас мясо моллюски? Попробуем. Что-то первые две удочки совсем молчат. А, закинем все в одну кучу. Так, это у нас темный горбыль. Он. Так, он. Так, перемотаем время. Так, поменяем здесь тоже крючочек. Поставим вот так вот.
Так. Что у нас тут? Красный горбыль, да? Так, так, так. Так, это у нас темный горбыль. Ну и куда ты поплыл? Так, так, так. Ну давай уже плыви сюда. Хватит тебе там упираться. Давай, у меня там уже другая поклевочка. Ну. Трофейный темный. Ну, успеем мне. Ага, все как всегда.
Так, что тут перезакинуть? Эту надо. Так. Так, это сюда, это туда. Что нам сегодня? Уникальный ловорачок попадется, не? Так, вот уникальная икамбала попалась. Что у нас? Это у нас получается за 4 игровых часа 355 килограмм. Так. Уникальная. И так же само. Надеемся, еще лаврачка выпадет нам. Thank you.
Да ладно, успокойтесь. Трофейная. Ловрачок. Опять этот сраный кукурузник. Так, что у нас тут, а? Тут у нас южная камбала. Так, а тут что? Камбала. Обычная. Так. Снова камбала. Так. Угу. Фрикцион потрескивает. Посмотрим. Может, трофейный? Нет, это просто темные были. Так. Так, 4 утра. Посмотрим, что у нас будет еще ловиться.
Так. Вымпельный сомик. Так. Давай, давай, мотай быстрее. Так, трофейный вымпельный сомик. Ну. Эх, вот так всегда. Буквально секунды. Так. Попробуем на другое. Так, что у нас тут? Тут у нас горбыль, да? А тут что? Тоже, да, горбыль? Или нет? Да, тоже горбыль. Так, ну что там, клевать будет? Так, что у нас тут? Лаврачок.
Уникальный что-то не хочет лавра к нам идти, но ничего. Мы его выловим, посидим еще. Да что ж ты делаешь, а? Так. И снова сонник. Так, что тут у нас? Так, тут у нас лаврачок. Что это у нас? Тоже лаврак. Ну да. Так.
Так, что мы тут зацепили? Снук. Темный горбыль. Ну что, ребята, на этом будем заканчивать. Увидимся. Всем пока.